давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный! Надо идти дальше! Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. О, а, черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально! Сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Чтоб тебя! Меня чуть инфаркт не хватил. Ты в порядке? Ага. Пошли. Похоже, нам туда. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики.
Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Идем медленно. Держись рядом со мной. Беги! О, черт! Чудом спаслись. Спаслись! Спаслись.
прыгнешь! Перепрыгну! Твою мать! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Ладно, справлюсь на трос! Лара, еще чуть-чуть! Давай! Я держу! Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да! Я тебя вытащу! Черт! Там! Вот там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее!